Всем большой привет! Сейчас я вам расскажу один рецепт приготовления диетической капусты, которая готовится, заквашивается без соли и сахара за счет сахара, который содержится в самой капусте. Эта капуста полезна, она ферментированная для лиц, которые страдают диабетом или какими-либо почечными заболеваниями. Заключается в следующем. Берется два вилка капусты, шинкуются белокочанные и 200 грамм моркови. Затем соединяется вместе и тщательно перемешиваются. После того, как вы тщательно ее перемешали, вы ее помещаете, набиваете плотно в трехлитровые подготовленные банки. Они у вас должны быть стерилизованы, и капуста плотно набивается в эти самые банки. Когда капуста плотно набита в банке, сверху помещается закваска, которая представляет из себя кусок хлеба дарницкого, который помещен в стерильный бинт. Вы берете кусочек хлеба и заматываете его в бинт, для того, чтобы он не раскрошился. И помещаете сверху капусты. Запихиваете его сверху банки, чтобы он был сбоку немного и был помещен в капусту. Закладываете сверху капусту его. То есть у вас закваска помещена внутрь капусты. Затем вы помещаете это дело под гнет. Гнет представляет из себя напиленные деревянные чурбачки круглые длиной 5-6 сантиметров, которые заранее напилены, и придавливается верхний слой капусты, а сверху закрываете крышкой, крышка с отверстиями, пластиковая крышка с отверстиями. У вас капуста придавлена вот этим вашим чурбачком и прикрыта сверху пластиковой крышкой. Она с отверстиями. Если нет готовых таких крышек, просто возьмите готовую крышку и ее насверлите. Капуста дает под гнетом рассол, который нужно периодически протыкать толщу капусты, открывая крышку и протыкая ее какой-либо шпажкой, или металлической, или же деревянной, сейчас есть такие. После того, как у вас закончится ферментация, вы открываете, это примерно дней 6, перестает выходить газ, вы открываете крышку. И удаляете вашу закваску. Она легко вытаскивается, потому что помещена в марлю. Перебродившую капусту, уже отферментированную, то есть она уже дала полезные микроорганизмы, помещаем уже вместо постоянного хранения под гнет. Гнет сделать просто очень. Берется пластиковая крышка гибкая, закрываете слой капусты и через свой чурбачок закрываете уже нормальной крышкой.
пластиковой и ставите ее в холодное место на хранение. У вас получается готовая капуста, которая находится под слоем рассола. Спасибо всем за внимание. Попробуйте этот рецепт хорошей ферментированной, полезной для здоровья капусты.